Я контактировал с заболевшим. Что мне делать? Как и где сдать анализ на коронавирус? Эти и другие вопросы жители края, вне зависимости от муниципалитета, задают напрямую инфекционистам. Центр борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями теперь проводит онлайн-консультации, чтобы восполнить недостаток информации у населения о коронавирусе. Чаще всего обращаются люди с вопросами. Первое, если в семье заболели ОРВИ. Второй вопрос, какие начальные признаки ОРВИ, по которым я могу заподозрить, что у меня коронавирусная инфекция? Как я могу получить больничный лист? Куда мне обратиться? Вызывать ли врача на дом или обращаться в скорую помощь? Любой человек, зарегистрированный на госуслугах, может зайти и задать вопросы специалисту. Вопросы оставляют в графе «Онлайн-визит». Ответ будет письменный, но если нужно, специалист свяжется при помощи аудио или видео. Пока консультации онлайн запущены на время пандемии. Но в спеццентре рассматривают такую практику и в дальнейшем, и не только из-за коронавируса. Мы на перспективу и рассматриваем этот вариант консультирования наших пациентов, в первую очередь профильных пациентов, пациентов с ВИЧ-инфекцией. Ну и если будет необходимо консультирование по другим инфекционным болезням, если эпидемиологическая ситуация будет направлять к этому, мы готовы, поскольку врачи-инфекционисты, эпидемиологи, они же не узкозаточены только на ВИЧ-инфекцию или на коронавирусную инфекцию. Ответы на вопросы жители края получат, как правило, в тот же день в рабочие часы. Для тех, кто не умеет или не может пользоваться интернетом, запущена горячая линия по номеру 8 800 250 24 37. Полина Жданова, Николай Шилко, «День с толком».